Подходит к своему завершению экспедиция дикарей в Якутию. Этот проект успешно существует уже 5 лет, за которые команда водителей-экстремалов объехала практически всю страну. За 43 дня экспедиции по республике автопробегом члены команды преодолели около 20 тысяч километров и побывали в северной, центральной и южной частях региона. И сегодня на финальном этапе они провели пресс-конференцию в Нерюнгринском районе, где их встретили представители местных СМИ и администрации. За время существования проекта дикари составили свою карту путешествий, на которой обозначили 1200 интересных мест для посещения. Результатом нынешнего путешествия станет фильм о Якутии, который будет продемонстрирован в 25 странах мира и тем самым привлечет интерес к республике. Безусловно, увидев красоту природы, пообщавшись с жителями, ребята составили свое представление о Якутии и даже развеяли для себя некоторые мифы. Для нас удивление то, что вот мы ехали в Оймякон, считая, что это полюс холода. Да, там говорят, что температура минус 71,2. Самая низкая температура среди мест поселений в мире. Вот, когда мы приехали, совершенно случайно, мы приехали в Верхоянск, и мы посмотрели, что у них температура минимальная минус 67,8, и она у них зарегистрирована, у них есть подтверждение письма от Росгидрометцентра. Люди очень интересные. Очень гостеприимные, они хотят помочь. То, что север как бы проверяет там на дух, да, они в большей степени честны.